Вчера на встрече с рабочими завода ГАЗ Владимир Путин объявил о том, что хочет баллотироваться в президенты. А как относятся к этому решению главы государства простые жители города? Об этом мы спросили на улицах Ульяновска. Путин объявил, что он хочет баллотироваться в президенты вчера. Как вы относитесь к этому? Положительно. Вы поддерживаете его? Естественно, да, поддерживаю полностью. А чем нравится его политика? Ну, то, что политика, как, и для народа хорошо, и для, кажется, для жизни. В всяком случае, нет и таких передрях разных, которые вот, происходят в некоторых других странах. Поэтому за это спокойствие, которое все-таки в России этого. Как вы думаете, победит? Думаю, да. С ним спокойно, мы ему доверяем. А вы поддерживаете его? Поддерживаю. А что он хорошего для страны делает, как вы считаете? Он делает хорошую политику для страны внешнюю. Ну а внутренне должны заниматься, наверное, правительство. Я за него. Потому что кроме него никто, наверное, не потянет. Пусть баллотируется. Вы будете его поддерживать как избиратель? Ну да, обязательно. А почему? Ну как сказать, все равно его выберут. Поддерживаете? Поддерживаю. А чем он вам нравится? Ну, в принципе, как бы следить за своими государственными деятелями, направлять их и спрашивать с них, вот это нравится. Не хотим, чтобы пока я жива, чтобы кто-то другой президентом был. Отлично. А кто? Альтернативы нет? Почему вы поддерживаете его? Не только поддерживаем, а больше кого? Ну, честно вам говоря, вроде у нас больше некого пока выбираться. Положительно, пускай баллотируется. Поддерживаешь его политику? Конечно. А чем он нравится? Да блин, до этого не было ни одного нормального президента у нас. Хотя бы такой есть.